Далее в нашем эфире программа «Город сегодня». Здравствуйте. На этой неделе любителей футбола в Актюбе ждет захватывающее зрелище. Впервые наш город принимает финалистов Кубка Казахстана. И хотя нашему клубу Актюбе не довелось в этом сезоне побороться за награды, интерес к футболу у фанатов не исчезает. Большое событие – финал Кубка страны. Федерации футбола Казахстана и профессиональная футбольная лига впервые в истории решили провести на центральном стадионе имени Кобланды Батыра в Актюбе. На поле выйдут алматинский «Кайрат» и Атырау. В немалой степени этому решению способствовала популярность футбола в нашем городе. Актюбинских болельщиков хорошо знают во всем Казахстане. Они горячо поддерживают свою команду, несмотря на неудачи последних лет. И верят, что большой футбол у нас еще возродится. Ну а пока будем наблюдать за игрой сильнейших. Сегодня у нас в студии Галымбек Байкен, начальник отдела маркетинга профессиональной футбольной лиги Казахстана. Он приехал из города Астаны, из столицы. Галымбек, приветствую. Добро пожаловать в Актюбе. Добро пожаловать в программу «Город сегодня». Вообще, что значит для нашего города проведение финала Кубка Казахстана? Финал Кубка Казахстана в этом году, как вы уже знаете, в эту субботу пройдет в городе Актюбе на вашем центральном стадионе. Впервые за всю историю Казахстана событие такого масштаба проводится у вас. Вообще, что ждет болельщиков? Будут ли какие-то нововведения? Да, за 2 часа до начала матча, предположительно порядка 16 часов, у нас откроется фан-зона перед стадионом, где все жители города Актюбе бесплатно вместе со своими семьями могут посетить, принять участие в определенных наших акциях, активностях, получить призы, подарки, билеты на футбол и просто в дружеской атмосфере окунуться в предфутбольное состояние. То есть вы устроили некую активность до матча, да, чтобы и болельщикам не было скучно, и тем, кто приехал поболеть, опять же, за любимую команду. Да, конечно, это практика европейских чемпионатов, и мы также ее хотим впервые внедрить у вас. Галымбек, а как это впервые вы внедряете? То есть раньше ни в Астане, ни в Алмате не делали подобное? Профессиональная футбольная лига это делает впервые. Галымбек, что еще ждет актюбинцев, а также гостей города? Мы пригласили на финал Кубка звезду казахстанской эстрады Макпала Сабекова, которая выступит в перерыве матча. Галымбек, я знаю, что до матча еще у вас будет автограф-сессия. Что это будет за мероприятие? Да, в пятницу в 8 часов вечера в Кирвейн-Сити на 3-м этаже пройдет автограф-сессия с участием Марата Хайруллина и Бавжана Исламхана. И вопрос следующий. Актюбинские болельщики уже давно ждут игры сборной Казахстана. Да, смогут ли вообще в будущем актюбинцы принимать на своем стадионе сборную Казахстана? Да, во-первых, хотел бы сказать, что в Актюбе замечательный футбольный стадион, на котором во время больших матчей сумасшедшая атмосфера, наверное, одна из самых лучших у нас в стране. И опыт проведения такого рода матчей футбольных, международных, республиканского значения, в любом случае в будущем отразится положительно на том, что на выборе вас как место проведения каких-то международных матчей. Галымбек, расскажи, чем занимается профессиональная лига футбола Казахстана? Профессиональная футбольная лига – это организация, созданная футбольными клубами с целью организации непосредственно всех чемпионатов и Кубка страны. И наша основная задача – создать комфортабельные условия для проведения как самих матчей, так и их трансляции и продвижения среди населения и болельщиков. Вот в этом году очень много болельщиков на стадионе. Почти каждый матч, не почти, а каждый матч – это аншлаг, да? А в чем секрет, по твоему мнению? Я думаю, мое личное мнение, что секрет в самом городе Актюбе и в ваших болельщиках, в вашем патриотизме. Поскольку все мы прекрасно понимаем, когда команда идет на каких-то высших позициях, то посещаемость всегда вырастает. Однако в вашем случае, с учетом того, что вы сейчас не в лидерах, к сожалению, в этом году, но посещаемость у вас не падает, а наоборот улучшается. Я думаю, что это заслуга самого города, самих ваших жителей. Ну, а сам думаешь, кто одержит победу? Атырау либо Кайрат? Я думаю, футбол. И Актюбе. Галымбек, давай напомним телезрителям, всем болельщикам, когда состоится матч и во сколько? Да, 14 октября, 18:00, Кобланды Батыр. Я надеюсь, что все пройдет удачно, успешно, и никто никого не подведет. Благодарю, что уделили Спасибо. Время, пришли сегодня в нашу студию. Я Всего рад. Хорошего. Спасибо. До свидания. Со дня открытия центрального стадиона в Актюбе болельщики не раз были свидетелями настоящих баталий. На поле выходили команды из Германии, Израиля, Молдовы и Исландии.
Горячая поддержка болельщиков создает особую атмосферу на нашем стадионе. Для спортсменов это очень важно. Так что от вашего решения, за кого болеть, возможно, зависит, кто станет следующим обладателем Кубка Казахстана – Карат или Атырау. У нас на сегодня все. Мы желаем вам крепкого здоровья. И не забывайте, дорогие друзья, поддержим футбол города Актобе.